Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и, конечно же, подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Сегодня у нас среда, 7 декабря. Мой собеседник Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины и основатель благотворительного фонда «Закроем небо в Украине». Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Игорь Александрович, наше сегодняшнее общение. Начнем с обсуждения следующей э, темы. Соединенные Штаты не предоставляли Украине вооружение, которое позволяла бы осуществлять удары по территории России, а также не поощряла Киев прибегать к таким действиям. Об этом заявил представитель Государственного департамента США, Нед Прайс, комментируя недавние взрывы на российских военных объектах. Что же получается? Какие версии тех инцидентов, которые произошли? Кто-то опять неудачно покурил? Или вот эти неуловимые беспилотники, о которых так много сейчас говорят, все же достигли определенных военных целей? цели достигнули и не только военных. По военным целям достаточно распространено в нашей информационной среде. Это и уничтоженные самолеты, уничтоженные склады с горюче-смазочными материалами. Это уничтоженные ракеты, которые были на этих самолетах. Ну, часть, скажем, на этих самолетах. То есть есть военный эффект от такого воздействия. Есть, он еще заключается и в том, что впервые, а это уже историческое событие, на таких дальностях удалось реализовать такого рода действия. Очевидно, внезапность противник не ожидал там о работе какого-то противовоздушной обороны говорить не приходится, поскольку они были успокоены уже тем, что все это находится достаточно далеко от границы. То есть есть определенные воздействия на, на руководство Российской Федерации и в том числе на глубинный народ, которые вот стали продвигаться, в общем-то, и какие-то моменты. Они пытаются в информационной сфере поднимать патриотические, потому что удары там по территории их и так далее. То есть вот такое воздействие. Путин, как известно, провел заседание Совета национальной безопасности, где, в общем-то, устроил разнос военным, отвечающим за эту сферу, где значит, были поставлены задачи немедленно все это поправить, не допустить в дальнейшем и так далее. И это был далеко не тот якобы Путин информационно, который якобы вот в текущее время проехал по Крымскому мосту. Поэтому тут сомнения, кто же ездил. И если даже один и тот же, то вопрос в том, как это выглядело по времени. Потому что. Ну, Он как фигара, идет... и тут и там. Ну вот большие сомнения на этот счет, даже что-то, если было это возможно, и с реальным Путиным это было давно сейчас показано. То есть ему как-то пытаться свой имидж поддерживать, он видит, что наш президент, значит, и общается с руководством в мире и прибывает на какие-то точки, части рискованные, но неоправданные с точки зрения того, чтобы разобраться лично в том, что происходит и как надо дальше действовать. Это и тот же Херсон, это и совсем недавно в Славянск, фактически на линейке Славянск-Армавторск-Бахмут. Это очень направление сложное для принятия решений и на местах руководителей, военных и администрации для того, чтобы как решать вопросы, связанные с помощью этим районам, и как принимать решения соответствующего стратегического порядка. Поэтому вот в этих явлениях больше пропаганды. Отдельной темой здесь, конечно, звучит и вот заявление союзников стратегического нашего потому что они не идут на решения, связанные с тем, чтобы предоставлять нам комплексы дальнего действия, чтобы предоставлять комплексы против... с возможностями противоракетными, чтобы мы могли уничтожать эти ракеты, вот. они не помогают стратегическим тяжелым вооружениям, чтобы мы достаточно быстро могли закончить эту войну. Вот это все очевидно. Поэтому вот тут у них такого рода озабоченность. И в этой связи мы, начиная с начала этого этапа войны, показывали свою стойкость, показывали в том числе и их планы, и не столько планы, а оценки их разведок, что не устоим мы там и по Киеву трое суток, и 10 суток на всю Украину и так далее. Вот, то есть в своих различных органах в первую очередь заслушивались те, которые давали прогнозы, что мы устоим где-то с месяц. А все те, которые там за неделю 10 дней, это их было большинство. И это воспринималась как бы как само собой. Поэтому надо четко понимать, что этими действиями мы показываем э, свои возможности с точки зрения отстаивания э, в военном смысле не только а и морально-психологически поддерживая свой народ вот после этих ударов, которые они нанесли и продолжают наносить. То есть надо воздействовать. Уничтожение воздушных целей наиболее эффективно, это я как специалист по противовоздушной обороне говорю, уничтожением этих воздушных целей до их пуска. Это означает, Искандеры надо уничтожать путем уничтожения пусковых установок и точек у земля-земля. Это значит, что надо уничтожать корабли Черноморского флота и катера э, ракетоносные, а также подводный нос э, в лодке с калибрами. И когда мы сделали атаку значит, для восстановления там, зернового этого каравана, <coughs> договоры действий, Путин отдельно заявил, что недопустимы действия морских дронов по уничтожению. Видите как? Э, значит, они продолжают действовать калибрами. Мы с этим боремся. И, но это делать нельзя. но ну, что с точки зрения Путина, понятно. Но поведение союзников. То есть, а теперь возьмем воздушную платформу. Там стратегические бомбардировщики с их бортов наносились удары. Х-101, Х-555 и другие. Но воздействие на них, потому что по законам ведения войны, международным, значит, это не только допускается, это есть очевидным. И поэтому хотели бы они не хотели, безусловно это воздействие на то, что мы вынуждены, они нам не помогают, как мы просим, чтобы мы это решали. Мы ведем себя очень корректно с учетом, так сказать, их пожеланий предоставления оружия, но есть какие-то пределы, есть какие-то возможности и просто значит наблюдать что вот нас тут выбивают что тут живут в потемках что подрывается экономика и стойкость нашего народа мы сложа руки не собираемся и поэтому проявление имеет место вот такого порядка Игорь Александрович, действительно очень интересное а, видение и трактовка а, произошедшего в Соединенных Штатов Америки. Если а, Государственный департамент а, в лице своего официального публичного представителя Неда Прайса а, говорят они о том, что а мы не поощряем такие вот удары, нанесение ударов в глубоком российском тылу, то министр обороны США, Ллойд Остин от имени Пентагона сказал следующее, что мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свой собственный потенциал. Это намек на то, что Украина своими силами смогла вот нанести такие вот удары по российским аэродромам, и там еще в Брянской области по базе был какой-то удар беспилотников Местные российские власти, вот заявляли, плакались об этом. Ну, как минимум, это говорит о том, что союзники отмежеваются от того, что оружие такого рода предоставлялось Украине, с одной стороны. А с другой стороны, если у нас появляются возможности, и кроме нас самих никто нам не поможет, очень известный подход, вот израильтяне часто густо его реализуют, но вместе с тем проводят политику, в том числе с американцами, значит, такую, которая позволяла ему устаивать, и которая позволила им заиметь ядерное оружие, на всякий случай. То, которое у нас было и то, которое у нас было отдано или отобрано. Вот, поэтому в первую очередь дело нашей защиты, это дело рук нас самих. И мы знаем э, информационное, информа, информационный посыл от Укроборонпрома о том, что э, беспилотные аппараты до 1000 километров, это скорее всего вот реактивного характера, могут быть другие, но все-таки э, вот, имеют место. Мы знаем о том, что у нас действительно находились стрижи, э, которые все время в Харьковском регионе выпускались, информационно это доведено. И здесь там, восстановили их, и трансформировали их и так далее в условиях того, что прошло уже 9 месяцев войны. Может быть, могло произойти многое, чтобы усовершенствовать такого рода аппарат. То есть здесь с нашей точки зрения это производство новых и были заявления, например, руководителя «Луча», господина Каристелёва о том, что необходимо вот беспилотный, но там аппарат сравнивался с Байрактаром, то есть возможности я бы сказал, наверное, среднего радиуса действия боевой части и так далее. Но потенциал есть такой, а здесь вот такое рода воздействие. Поэтому это война, и союзники должны как бы с пониманием она принимает решение, каким образом и что делать. Им хотелось бы во всем и всюду контролировать ситуацию. Они это осуществляют управление, так сказать, во многом войной этой за счет поставок вооружений, это очевидно. Но здесь есть грани, как принятие решений как со стороны руководства наших союзников, так и со стороны нашего военно-политического руководства. Ну что же, Игорь Александрович, будем завершать. Огромное вам спасибо. Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины, а был сегодня вместе с нами. Я говорю спасибо нашим зрителям, слушателям и спасибо, что нас смотрите. Берегите себя и все буду Украина. До новых встреч и до свидания.